Рыбалка Ольгова. Евгений у нас заканчивает рыбалочку. Ну-ка, расскажи, как? Отлично. На эмоциях, не знаешь, да, даже что сказать. Да, нормально вообще. Сегодня супер рыбалка получилась. Вот, даже предыдущие результаты, мне кажется, по белу, по весу и по количеству. Ну, по количеству точно, вот, 30 штук получилось. Вот, а по весу сейчас посмотрим. Ну, а так, в целом, довольно-таки неплохо клевало. Ну, в основной массе все, это все, не в основной массе, это все на резину, абсолютно все на резину, все бомбарда. Вот. Примерно метр где-то, ну, верхний слой воды, метр где-то в диапазоне, чуть ниже, чуть выше. Вот. И ближе к центру водоема, конечно, вот она там играет, гуляет. Вот чем дальше зашвырнешь, тем гарантированнее тебе поклевка. Ну, по крайней мере, это сегодня так было. Вот, ну, а так всем ни хвоста, ни чешуи. Сейчас дальше снимем, сколько вес.